не встречайся. Что они обещают только, это приезжают, мучают тебя там часа полтора-два. Некоторые позвонить лень не могут, в какое время там эти программы. А я сказал, что значит я буду первым журналистом, который взял интервью, дал слово и сдержал его. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Григорьевич. Нет, никого не осталось, один я действительно. Вы последний из магикан. Да, последний, как говорится. Последний из магикан, да. Я включил Виктору Григорьевичу фильм, который мы сделали о нем. Мне было интересно, как он отреагирует и понравится ли он ему. Вскоре я заметил, что на его глазах появляются слезы. Мы нашли кадры, которые он не видел никогда в жизни. Перед ним снова проплывала вся его жизнь, вся его молодость, все великие победы нашей страны на мировой арене. Виктор Шувалов снова увидел всех своих живых товарищей, с которыми он становился дважды первым чемпионом мира и первым олимпийским чемпионом по хоккею. Он остался последним из того далекого поколения чемпионов-первопроходцев. Давайте просто посмотрим и переживем эти эмоции вместе с ним, потому что забыть их уже невозможно. Величина, так же как и Богданство, Бабич, это величина нашей истории или эпохи нашего советского и российского хоккея. Виктор Шувалов. Последняя легенда эпохи рождения хоккея в СССР. Мы столько материала перелопатили, конечно, это не так просто, да. Ведь надо все собрать, это как на тарелочке с голубой каемочкой никто не даст. Этот материал исторический, можно его показывать, конечно, да. Большое спасибо вам и Маше Халиловой, да. Дай вам Бог крепкого здоровья. Да, еще пожить. Вы легенда.